То есть, когда используешь его, дай расскажу. То есть, когда используешь его как меч, то бросаешь один кубик, когда используешь его как рейндж, используешь два кубика. Бросаешь все время 3, 4, 5, 6, наносишь два урона всегда. Меч, мечом бьешь в своей клетке, а из шотгана стреляешь в свою и в соседнюю. Нет, из машины я могу бить. Да, и бить, и стрелять. Да не хочу злодить в машину. Не хочу. Есть по зомби, ё-моё. Есть, я же выкину 4, 5, 6. Не, ну зато ты можешь свободно там уезжать от них и так далее. У меня не хватит 10. Ну сейчас, да. Смотри, так 4, 5, 6, сколько действий осталось? Одно? Даже круче под блессом. Сколько у тебя действий осталось? Два. То есть сесть в машину и всё. И проехать две клетки. Да. А это с тебе смысла... Ну да, если ты их не собьешь, то они тебя сгрызут. Да. Но сюда проехать, этого наверняка собьешь. Ну хоть нет, то есть если этого не собьешь, он тебя не убьет, скажем так. Тебя только ранит. Так, мы возьмем машинку и поехали. Вы же, я же все нахожу вторая, вы же его добьете. Ну, скорее всего, да. Нет, не кушайте. Нет, сейчас сначала будет ходить он. Не, если ты въедешь, мы по тебе опять будем встречаться. Ну, приедь сюда пока. Ни у кого милишки нету? Нету. Целая рука мили. Да. Оставайся пук, наверное. Уже просралась карточка активации монстров. Или оставайся там. А, ну лучше, наверное, на клетке с люком не оставайся. Угу. Я пойду в эту сторону. Там же все равно нет быстрых. Да, пока нет. Угу. Так, значит, я сюда ехал. Всем? Ага. Пойдем. Так, ну я стреляю вот в этого шотгана. Нет, только 4 плюс, это печально. Ну, у тебя 4 и 6. Ты его уничтожил. Два раза. Дважды. И это значит... В левом и правом глазу зомби зияла большая дыра. Там вся голова, ладно, большая дыра. И я, наверное, пойду к тебе. Я сейчас уеду, если что. Если тебя это интересует. Пока-пока. Это прикольно. Или что, а что ты собирался делать? Ну, что всегда нужно устраивать гонки такие на количество сбитых зомби. Ну, как что? Чтобы как бы не разделяться. Или ты думаешь, тут держать фермопилы, они будут вылазить сюда, так, мы будем... Да, а потом новые же не зайдут, а мы пойдем обыскивать дом. Ну, брать вариант. Токены и так далее. Надо добить эти. Твари будут появляться. Пусть они выходят по единичке. А тут появляются... А кто стоит? Ты стоишь? Он стоит. Ты оранжевый? То есть лучше бы еще пройти, может быть, сюда и отсюда. Вот я они выходят, вы стреляете на самом деле. В одну зоне могут их застрелить? Нет, проблема в том, что еще я там буду стоять. Что? Две машины с сидящими людьми могут оказаться? А, кажется, я сейчас могу. Ну, нет правила, что нет, поэтому. Вот. То есть мне кажется, на самом деле, было бы здорово пройти сюда и вот, да, тут выходят, стреляешь, выходят, стреляешь. А смотри, если я передвинусь, застрелю его, а ты передвинешься сюда. Но он и так, кстати, может передвинуться. У него тоже слиперы, это фит, который позволяет ходить через зомби без штрафа. Не, это понятно, но он передвинется сюда. Дай мисочку. Которую? Вот эту, да. Он передвинется на ту клетку, чтобы, короче... Ну, чтобы мы не стояли в одной клетке, если появятся зомби, чтобы я мог застрелить. Да, а, кстати, да, чтобы если здесь появляются, кстати, да, их стрелять, согласна. Короче, я уничтожу этого, а ты перейдешь он туда. А тебе не доверяю. Я нашел там труп Неда. Так это же не я его убил. Нед сам поперся и попался в ловушку. Да, он сам виноват. Он никогда не блистал умом, говорю я, перезаряжаю дробовик. Все понял. Короче, решено. Так, и мне еще одно действие, я пытаюсь вот это вот убить. Из дробовика опять-таки. А тут перезаряжать. Где написано, что перезаряжать надо? Этого надо. Надо отдельным действием перезаряжать. А, написано. Либо он в конце фазы бесплатно. Ну, ясно. У меня не написано, значит не надо. Да. Угу. Попадаю. Еще один труп. И все. Ты можешь уже подойти, выстрелить и отойти туда. Тоже вариант. Да. Да. Не знаю, как мне надо действовать. Это мои настоящие. Но это же игра, игра давания советов и отсутствия советов. Это знак этих, знаешь, как там их. Сватовцев подают, типа. Ты стал скотом. Знаками такой. На его тащил. Как тело какое. Plenty of ammo. Он огрелся моей ногой, ты его забрала. Почти бесполезная штука. Зачем ты это делаешь? Я полицейскую обыскиваю.
Зачем? Да, откройте свой обыск. Замечательно. Не знаю. Хочу. Ты не хочешь того стрелять? Ну, блин, ну, что ж ты такой пошлый? О! СНГ. Три кубика. Правда, на 5-6. Да. Вот. Я весь это да тогда. Ну, хочешь, нет? Не, нет времени. Шутка. Так, это было раз. А почему? Я вот сюда стану, там же нету быстрых. Нету бы, в принципе, да, ты все равно этот выйдет и... Вот я его сейчас и шмальну по нему. Угу. Что, можно, да? Потом эти, на следующих вот эти только сюда припрутся, то есть да, вам можно, вы успеете разойтись. Да. Бил. Я уже разошелся. Так, я... 3-3. Сажусь в машину, собака автоматом со мной. Так, теперь копья, у меня полицейская машина. Где у нее зад, где вперед? Ага, блондинка за рулем. А, потом еще равно последний. Почему последний? Потому что мы начнем передавать токен первого игрока, который вот. В смысле? Так, я сажусь в машине, и у меня можно раз проехать, и можно два проехать. Даже туда можно проехать, фиг с ним. Будем надеяться, что там нету быстрых. Если что, я потеряю пистолет. И буду всех убивать собакой и машиной. Нормально. Главное, чтобы там не было двух быстрых. В общем, я переезжаю этого чувачка. Интересно, я вот могу решить, кинув кубик, переезжаю туда или нет? В зависимости от результата. Да, чувачок готов. Я приехала. Я никого не убила, да? Так, мне двоечка. Это потому, что ты в машину залезла. Это потому, что я видела на добрый пицца. Так, ходят. Смотри, клеймеры на добрый. Раз, два, три. Четыре. Я же на лице милости доброта написала. И когда первый раз увидел эту картинку, я вспомнил сразу семейку Адамсов. Там девочка такая была, которая всех пугала в детском лагере. Своими мыслями о смерти. Сейчас самое аккуратно начнется. Нам действительно надо потом концентрироваться и. Да, я вот просто с той стороны хочу приехать. Чего мне вас давить? Почему на тебе вредит, а на мне нет? Я силы держу. Да, никого. А врывается. Двое. А хочу кота. И собак. И белку, и ежика, и ворона. И хайка. Где ты? Это все для того, чтобы кормить собаку? Беги. Каждый раз обшибаюсь. Мне уже пообещали ежика, ворону и хорька. Один? Так в общежитии же нельзя заводить. Что? В общежитии же нельзя заводить. В общежитии нет, но я же не всегда тоже в общежитии. Летом мне пообещали их. Подвинулись сюда. Я не знаю. А этот подвинулся сюда. Я про них забыла. О, у меня два ублюдка. О, блин. Ладно, буду их давить. Точнее, буду от них уезжать. Главное, что они меня сейчас не съедят. Никита, сделаешь хоть одно умное действие? Вторая коробка. Убьешь вот этих двух? Он сейчас достает ствол, стреляет тебе в голову. У него нет ствола. Не, ну я забыл. Спавнилась веселая компания. Ну, боже. Меня радует, что на этом ходу они меня не съедят, и я от них свободно уеду, и, может, завалю двух только. Ой-ой-ой. Нормально. Потрясающе. У тебя хватает действия? Я на машине. Мне всего хватает. На каждый же минус 10. На машине нет. А, точно. Вот. Вот чем нам хорошо. Я сейчас вылезу. Я сейчас собью телефон и поеду исследовать дом. С другой стороны. Беру весь опыт. Так, ты действуешь первое. Вперед. А что, мы раньше не сдвигали? Мы забыли, что надо сдвигать. Я кидаю только один кубик, правильно? Не стоит, что два оружия, да? А что ты делаешь? Этим я стреляю на два кубика. Ты можешь просто проехать на машине и кидать 4 раза кубик, выбрасывать на нем 5-6. По-моему, я так не кину. Что за сомнение? Нет, ну, хотя смотри, в принципе, ты можешь выехать из этой клетки, ты кинешь по единичке на каждого, по кубику. И можешь вернуться обратно, это одно и то же действие, наверное. Это будет одно действие? Ну, машина двигается две зоны. Слушай, прикольно, я все равно не собираюсь никогда далеко ехать. И снова кинешь по два кубика на них. Но у меня только три действия. Ну, по-видимому, да. То есть за два действия ты кинешь шесть кубиков. Раз,
Да. Ну такой разворот. Полицейский разворот. Да. Он сеет один, здесь кошачью шерсть. Вот из этих, видимо, не готов. Говори. Нет, подожди. Еще два. Беда. На 4-5-6, по-моему. Да еще одно движение. Подожди, на 4-5-6, по-моему. У тебя же четверка была. 4-5-6. Все, отлично. Вот, а могла еще и ту задавить. Нет, ту сейчас я пойду давить, не волнуйтесь. Сейчас я там буду. Было три? Нет, сюда. Двое было. Ну, трое было всего, да. Так. Поднимай себе на три. Я вхожу. И еще одним хочу пострелить. Да ладно его, я буду давить. Ты не забывай, не забывай опыт повышать. Ага. Ропа. Вот. Потом я вылезу и пойду в дом. А, ну ты потом наверное, два? Да. А, ну кстати, да, тут же уже пусто. Все, 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 все. Три плюс. Три плюс на трое. Мне нравится этот план. А, у тебя шестерка вторая. Тебе можно жалко вернуть опыта, украдено. Значит, я буду стреливать ублюдков. I kill the bastards. Проблема в том, что я хожу раньше тебя. Ну да, и там. Да. Я сам сейчас убью всех твоих ублюдков. Поехали. Я думал, я их убью мочи. Первое. А 4 плюс кто убил? 4 плюс. Одного нет. Второе действие. Нет. Третье действие. Нет. Какой-то неудачный. Я спасу тебя. Как? Яблочко. Убив? Шмальнул. Все, да? Угу. Ну, я думаю, что он тебя спасет своими мачете. И свалил. Своими мощными мачете он тебя спасет. Тебе опыт не нужен? Так, вот у меня сейчас дилемма, стрелять с более большим шансом на попадание или стрелять с большим количеством кубиков? Кубики, выбери кубики. И не перезаряжать. Да, вот я тоже думаю, что кубики мне нравятся больше. По крайней мере, дважды. Его просто перезаряжать не надо. Ну да. Кто хочет шума? А, да, сейчас пойдут только на шуму для развлечения. Убил одного? Да, одного снимите. Второй выстрел. Убил... Двоих. Да. Ой-ой-ой, ты убил троих, побольше себе опыт. И это что всего лишь убивает. 6. Так, и у меня есть еще мув. Заходи в дом, не бойся ничего. Достреляешь всех. Иди в жопу, перочинный ножик. Я с тобой не буду разговаривать. А шум-то не ходит с ним? Нет, шум вот в этой клетке просто лежит. Эх, ля-ля-ля-ля-ля, глупый я так, зомби. Я, положи туда еще один токен шума. А, ты делаешь шум? Да. Так, я уезжаю отсюда. А то давит их? Да. И возвращайся. С другой стороны, я могу... Сейчас посмотрим, на самом деле. Нет, я еще и пострелять могу. Если ты двинулась, да, твое движение – это две клетки. Ну, на самом деле, я собиралась уезжать. Хорошо. Они там далеко, потом там придут. Трое, а... Там один толстый, я с ним все ничего не сделаю. Ты бросаешь три кубика. А, за каждого бросаю, кстати. Точно. Это хорошее напоминание. Готово. Все остальные были плохие. Так, это, да, получаю опыт. И девушки на повороте встречаются... Это будет, наверное, второй мув. Я в той зоне торчать не хочу со спазмом. Все. А ты ее не сбиваешь? Нет, машины... Ничего не сказано, что машины не могут разъехаться, поэтому... Про машину ничего. Она внутри машины, поэтому... Вот такой. Я не могу ее сбить, мне кажется. Все, зомби атакуют чуваков, которые в машине. Зомби, да. Но я же не зомби. Да ладно. Так, поэтому две экспы. Да. Прихожу я такой и луплю этого. Так, а, я еще посерчу, кстати. У меня же еще одно движение. А пущу машину свою. Ты можешь внутри сидя машины серчить. Конечно. Почему нет? Фантастика. Я же могу обыскивать машину, могу. У меня теперь есть кроубар. У меня есть миличное оружие. А, собака не занимает руку, поэтому... Разрубила эту женщину. И дальше... Начинаю искать! Да, я могу обыскивать, если ты сказал, что после оружия нельзя обыскивать тачку. Когда ты находишь оружие, перестаешь обыскивать тачку. А, то есть ты обыскиваешь тачку до первого оружия? Хорошо, я обыскиваю.
Хотя нет, не буду ее обыскивать. Ты уже посмотрел. Ладно. Уже поздно. Хорошо, вторая мачете. Давайте на вторую мачете. Нет, я хотел просто пойти дальше, чтобы не оставаться в зоне спауна. Третья мачете? Давайте еще одну на жителин все-таки. Там есть вообще четвертая? Прям коллекция холодного оружия. Сейчас узнаем. Коллекционер мачете. Это старик вообще с двумя узишками, не с мачете. Кот. Кот. Кс-кс-кс. Я не вижу. Должна быть еще одна мачете, если ты ее не дал. Я думаю. Нет, мачете больше нет. Какая-то сапога не пушку заместит. Ну так нельзя, я думаю. Рис. А, ты мачете нашел? Ой. Да. Ой. Чем? Ну да. Я находила первой. Так, значит, теперь ходят зомби. Они я всех понял. Кусают. Теперь они двигаются. Короче, я понял, это этакий Left 4 Dead настольный. Да. Теперь начинается спам. Один дохлый зомби вот сюда. Это вот так, да? Ноль дохлых зомби. Ну, это хорошо. Везло. Один толстяк. Ну, толстяков везет. Ну, туда, да? Да. Нет. Туда? Да, да, туда. Туда. Это третий, да? Да. Ну, что, как раз мы не... И... Ничего. Угу. То есть вообще ничего. Так. Скоро начнется, да, радость. Теперь он первый ходит, да. Одним действием я залажу в машину. Типа в ней уже. Начинаю, вторым действием начинаю обыскивать. Катана. А поменять это действие? Да. Нет, не, когда ты можешь, после когда обыска это автомат. Оружие, да. Ты его можешь автоматом подвигать. Да, вот возьму катану. Не уезжай, а ты задавишь меня. Я знаю, я не буду туда. И что же еще делать? И еще раз поискать эти. Едь в мою клетку, ты задавишь нас обоих. Еще вот так, вот знаешь, полицейским разворотом. Ты же коп. Ну, чтобы добить. Ничего пока не делал. Коп. Что? Он трусливый коп. Он не трусливый. Умный. Да. Академию оканчивал. Ходи. Ходи. Можно? Да. Убери, пожалуйста, прибавник. Так, мне надо 3 кубика. Пальба? Да. Нет. Еще 3 кубика. Да, один убит. И 2 кубика. Да, убит. Сколько было? Трое, да? 3, да, снова. Замечательно. У нас уже желтый будут спавниться. Ого, да. Я поднял уровень, и у меня есть еще один экшен. Поздравляю. Я. Я отойду вот сюда. Залазь. Ты залазь в конюшню. Ну и сейчас. Зачем тебе машину? Хочу в дом пойти. Хотя там толстяк. Ладно, я обыскиваю там еще. А Оля? А, да. Господи, что да, что-то я. Что-то я тоже. Так, раз действие, два действия выхожу, 3 действия открываю эту дверь. Ты можешь открыть? Честер. А, уже есть. Мой лом. Не твой. Не твой полицейский лом. Он был в машине. Я его не тут подобрала. Там. Один. Все? Да, у меня 3 действия. Обыскиваю. Я даже никого не убила. Бензопила? А бензопила, наверное, шумит. Да, она шумит. Но я можешь открыть дверь. У нее 5 кубиков. Эй, это я должна была ее найти. У меня фигурка с бензопилой. Раздави его. И у этого пилы 2 урона, поэтому я пойду в дом. А, да, уже толстяк тебе не страшен. Ну? Я вылажу, ломаю дверь. Переверни ее. Захожу. Если ты за токеном, то здесь тоже есть проход. А.
Токен берется. Нет, он берется за действие. У тебя его как раз не хватило. 5. Кто-то хочет уровень. Ну, у меня следующее действие тоже такое же запланировано. Все, что ли? Ну, скажут, мы тоже убивали зомби, скажут они. Ходят зомби. Да, мне 4 хита, ну, в смысле... Это у меня тоже понятно. Зомби вот. Двигаются ко мне. Будет по 9, все честно. Девочки зарабатывают как могут. Они походили. Тебе нравится двигать злодеев. Вот еще один. Ко мне. Да, видит тебя. Спавн. Один. Плохой. Один. Что ты? 4. Блин, да, точно. Это тут одно и то же. Я забыла, что мы оранжевые. Ой-ой-ой, все, к тебе приперло. Ты же на машине. Ну да, в принципе, да, ты же свободно уехать можешь. Сейчас карточка активация этих и тебя сожрает. Главное, чтобы нет. Попка. Нет, 3 обычных с той стороны. Толстячку, подмог. Да. Да весело, весело. И 4 обычных. Нормально. Как активация выглядит? Там сверху, так вот еще. Вот, а это, да, вот обычно. Ну вот, Оля. А. 4. Отлично. Всех туда. Ага. Они же не умеют стрелять по площади, нет? Нет. Тут есть коктейль Молотова, он умеет стрелять по площади, убивает они вообще всех без бросков кубика. Но его надо скрафтить. Для этого надо найти воду и нет, не воду, а бутылку и какую-то хрень. Бутылку и бензин. Ну, типа того, да. Бензин я просто не помню. Нашли. А, сложно найти бутылку. Где-то. Нет, бензин был у меня, но он был не оружием, поэтому да. Он сбросился. Угу. Давайте. Витя первый. А, я первый? Да. Круто, у меня 4 действия. Туда я не пойду. Там чувак с бензопилой. Кстати, вообще-то тоже носит 2 урона, так еще заметил. Угу. Но тут кубиков больше. Угу, да, бензопила. Правда, на успех 5+, но... Но зато мачете парные, и ты за одно действие обоими пользуешься. Ну, там 10. Ну, хотя все равно, тут 2 кубика за 4 с плюсом, а тут 5. Нет, в смысле, да. По-любому, конечно. Все равно не успею. Пойду тачку обыскивать, чего не остается. Или не тачку. О, пойду в доме поищу. Улику? Ты сюда пойдешь? Нет, просто зайду в дом. Это 2 получается, да? Ну да, раз, 2. И 3 поищу. Вот прям на голом кафеле. А нет, тут шкафы есть. О! Plenty of ammo. All range action once with the salt, shotgun or mashotgun. Salt у меня есть. Слушай, так это все, это классно. А, да. Тебе не надо перезаряжать, и можно перебросить? А, нет, тебе можно перебросить. Это в руках держать не надо, да? Да, это у него запас просто. Ну, да, на них отдельно пишется. Но все равно как бы лежит вот. Да, я вижу на инвентаре. Так, ну черт. Все? У меня еще одно действие, но не вижу смысла. Угу. Там этот чувак сражается. Ну, он нулику поднять еще, плюс 5. Не могу. Он не успеет. А я как раз успею. Поэтому да, туда идти смысла нет. Ну, двинуться вон туда и там поднять нулику. А, да. Он-то не успеет. Да, он ему будет не до того. Ах, какие подлые. Не, с другой стороны, если он за я лучше подожду, посмотрю, чем это все закончится, а потом скажу, что если завалю, тогда я получу уровень. Если за одно действие ты их всех завалишь, у тебя еще будет 2 действия, а получишь уровень и поднимешь уровень. Нет, уровень получишь, когда я убью еще одного. Ну, не, ну просто ты тогда сможешь уйти, если ты всех троих завалишь. Ну, это да. Завалить всех троих? Нет, я останусь, я просто обыскиваюсь. Ну, давайте, ходим. Ну, я пошла так, сейчас посчитаю, сколько мне надо. Раз, 2 это один мамух, 2 это второй мамух, 3 я подняла. И пес. Та-дам! Левел ап. Пес 4. Со мной, да. На ботах качаю. Теперь мой ход. 5 кубиков. Я нашла что-то важное. Это код просто ввела пробный и все. Так, вот это. Это женская интуиция. Промо-код. Где была эта дверь? Почему-то сдвинулась. Где была эта дверь? Ну, а, вот здесь она была, я помню. Так, я убил 3. Класс. Вот так вот. Угу. Да, ты действительно можешь сейчас пойти поднять улику. Да, но... Нет, поднять ее не могу, я могу просто к ней прийти. У тебя 30... А, ты еще... А, ты еще не прокачанный. Да, да, не да. Можешь. Потом я просто обыщу комнату. Что обычно найдем? Протектор. Дробовичок.
И он тоже парный. Я... У тебя рук не хватает уже. Да. Одно мачете выкинешь. Да, я могу так сделать, да? Найди мне вторую такой дробовик. Да нет. Не, их, по-моему, несколько должно быть. Три или четыре. Ну, сейчас подожди, может, если не найдется, тогда... Да. Ну, по-моему, должно быть. У них пока только два на столе. Ну, его надо заряжать. Ну, ничего, зарядил, выстрелил, а потом мачете пойдет в ход. Все равно у него мачете три, одну точно можно выбросить. Сними. Отбой. Почему у нас топоры в отбое лежат? Сбрасывал, наверное, кто-то. С этим мне понятно. С топорами мне непонятно. Ну да, я и говорю. У меня был лом, не топор. Нет, там лом тоже лежит, все правильно. И собака твоя бедная. Все? Да, все. Так. Я поднимаю эту хрень, подними меня, пожалуйста. Это сколько? 6? 5. Левел, шляпнули такие. Да, мы крутые. У вас появляется следующее, то, что которое у вас после синенькой и желтенькой появляется ваша способность. Не, у всех оно, видимо, плюс один экшн. Со следующего рандельса? Уже сейчас. Как только есть? Апнулось, да. Там потом идет уже разное. Потому что у меня еще три движения и экшн. А тут это обе появляются или на выбор? А выбираешь. Там специальный токен есть вот такой вот. Слушайте, кто там? Кладешь. Так. Чай. Я думал, оба. Отсюда я могу по ним стрелять, да? Да. Раз. Так. Два кубика мне, пожалуйста. Один убит. И это было одно. Так, я подняла, походила, выстрелила. Еще одно действие, если у тебя уровень. У меня был экшен. Один ход мой это... Фришный, да. Поэтому еще два выстрела. Угу. Дело, видимо, обоих. А что, два оружия? Два урона. Да, и тут толстый колокольчик. Нет, стоп, два урона есть? У меня в обоих два урона. А, отлично, да. У меня еще ура. Еще экшен есть. Да. А монстров нету. А вон монстр. У тебя еще, кстати, три опыта. Сейчас появятся оранжевые монстры, и начнется счастье. Да, я как раз дойду до машины и не успею сесть. Главное, и будет не карточка активации. Так. Не, ну этот уеду, у меня три движения. Ну, если я подниму левел. Все? Да, в комнату осматриваю. Вот тебе. Вот здесь. Так, ну ладно, ты пока думай. Нафиг мне надо. Пусть валяется у тебя в руках. Ну. Так, машинку мы поднимаем. Сейчас будем кидать много кубиков. Обрез мне нужен второй. Так. Третьим сядем. Переезжаю сюда. Я кидаю раз, два, три, четыре, пять, шесть кубов. Да что вы такие? Все вообще отлывало. Клево. Кроме меня. Не, да то, что ты хорошо качаешься. Сюда можно просто выходить на улицу и гасить всех, кто приходит. Раз, два, три. Три убита. Ну, давай начнем. Ну вот да, с этих. Видимо, по порядку. Ну, как знаешь. Ты мог убрать. Это одно действие. Это да, ты мог в каждой клетке убить, чтобы они не разбегались. И не сейчас не ударил себя. Он сейчас назад поедет, вы не понимаете. И у меня уровень. Это значит плюс один экшен, у меня еще три экшена. Да. Еще один экшен вот так вот. Да, машина это клево. Я согласна. Одного убили. Ну пусть кто? Средний будет, что он тут стоит левый. Оттуда все равно полезут, наверное. Сожри этого, потому что все равно сюда поедешь. Не так. Какая разница? Второе действие. Господи, фармит. Ну. Два кубика. Так, это я. Да, это уже третье. Еще один. 8 опыта. Мистер скрупулёзный. А у меня больше. Давай того убьем. Ну да. И последним действием свалим отсюда. И еще один куб. Они стырили мою полицейскую машину. Да? Два. И один кубик. До свидания. Так, это еще два опыта. 10. Zombies are stupid. А у меня все равно больше. И что? А у меня 9 всего лишь. Я сейчас убью толстяка. Они просто сейчас... Поеду в большой другой, там будет заспавниться и... Открою все дома. Хоя. Я что там вообще делать, потому что уровни получается. Дома обыскиваются. Все, зомби атакуют. Здравствуйте, зомби. Потом зомби двигаются. Так. Если ко мне. Да, они его видят. Эй, а ко мне? Вот. К тебе пришло 4. Вот, что ты волнуешься, да.